В административный кодекс с 1 апреля вступят новые поправки. В частности, водители грузовых автомобилей, автобусов и маршрутных такси ждет наказание за отсутствие тахографов. Приборов, которые предназначены для контроля и регистрации скорости движения автомобиля, его пробега, времени работы и отдыха экипажа. Информацию о необходимости установки таких приборов госавтоинспекция города довела до сведения руководителей организации еще в январе этого года. Теперь же тех, кто пренебрег требованиям закона, ждут штрафы. За управление транспортным средством, у которого отсутствует, либо неисправен тахограф, налагается штраф, предусмотрен, точнее, штраф на водителей в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф за нарушение водителям, управляющим транспортным средством, режимов труда и отдыха, и составляет данный штраф в размере до 3 тысяч рублей.